Всем привет, с вами Дико, и в этом видео мы будем рассматривать, как работает Pitch Correction в программе iZotope Nectar. Для примера я надругаюсь над одной из моих любимых песен мистера Зеро Интроверта «Зима». Итак, Pitch Correction я подключил, но прежде всего послушаем, как звучит наша изначальная акапелла. И ты свободен, будто дым, злой или добрый, но он один, и ты болен. Ужасно, не правда ли? Но если вы также не умеете петь, как и я, вы можете все исправить одним плагином. Для начала я расскажу вам о общих настройках этого модуля. Range контролирует, как Nectar будет обрабатывать вокальные данные. Разработчики Nectar говорят, что ставьте все на medium, но если вы слышите артефакты, попробуйте поставить low или high. Все просто. Слушайте, если вам что-то не нравится, экспериментируйте. Параметр Speed определяет скорость, с которой наш Pitch Correction будет менять нашу акапеллу под ноты. Если вам нравится ненатуральный голос, ставьте все ближе к нулю. Если вы хотите сделать корректировку менее заметной и сохранить живой голос, ставьте параметр от 30 до 60. Послушаем, что мы сейчас имеем. О, ужас, произошла какая-то фигня, звук какой-то плохой, что-то не то. Все дело в последней колонке под названием Scale. Именно это самый основной и самый сложный параметр Pitch Correction. Чтобы упростить нам задачу с ее настройками, тут есть опция Key Detection. С ее помощью мы можем попробовать найти нужную настройку для нашей акапеллы. И ты свободен, будто дым, злой или добрый, но он один, и ты болен. Вот, вроде было все почти как надо, но на слове «болен» появилась какая-то абсолютно нелепая, незвучащая хрень. Значит, это не то. И ты свободен, будто дым, злой или добрый, но он один, и ты болен. Ну вот, другое дело, мы нашли нашу настройку, это Е минор. Ну вот, со столбиком Scale можно заканчивать. Левее у нас есть столбик формат, в котором есть единственный полезный параметр Shift, который позволяет делать наш голос как у бурундуков из фильма или как у трансвестита. И ты свободен. И ты свободен, будто дым, злой или добрый, но он один, и ты болен, в твоем разуме Как я и говорил ранее, транспонс меняет октаву. И ты свободен, будто дым, злой или добрый, но он один, и ты болен, в твоем разуме застыло. Возможно, вам это когда-нибудь пригодится, но я им никогда не пользуюсь. Теперь ради интереса я добавлю вторую дорожку с низами, тоже с Pitch Correction, и послушаем, как это будет звучать. И ты свободен, будто дым, злой или добрый, но он один, и ты болен. В твоем разуме застыло время года, ты в пустыне вечно мерзлоты. Ну и естественно, чтобы получилось лучше, нужно спеть лучше. Нужно постараться, а не сделать все на скорую руку, как я. И ты свободен, будто дым, злой. И ты свободен, будто дым, злой. Или добрый, но он один. Или добрый, но... Или добрый, но он один. И ты... Вот как бы все основы по Pitch Correction в iZotope Nectar. Следующие мои уроки по параметрам настройки iZotope Nectar будут на моем канале на YouTube. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях что-нибудь хорошее. Потому что если напишите что-нибудь нехорошее, попадете в ад.